Дочернее предприятие компании Pornhub Порносайт Тубэ8 анонсировал запуск оплаты за просмотр видеороликов. Сервис заработает к концу года и будет платить пользователям криптовалютой. Об этом сообщило издание TNW. Тубэ8 уже заключил соглашение с проектом VK Industria Token, VIT, для токенизации платформы. Уточняется, что денежное поощрение будут получать только активные пользователи. Такая мера позволит простимулировать более активное поведение на сайте и взаимодействие с контентом. Так, посетителям Тубэ8 заплатят за регистрацию, подписку на актеров, просмотры порно-роликов, оценки и комментирование фильмов. Сервис планирует установить ограничения на количество токенов, которые посетитель сайта сможет получить за период времени. Оплата за просмотр порно – несбыточная мечта, о которой каждый мечтал хоть раз, но до конца не осознавал. Теперь, с введением VIT, мы начинаем сдвигать парадигму того, как люди привыкли потреблять развлечения для взрослых, заявил представитель сервиса Роберт Тернер. Он добавил, что на данный момент у Тубэ8 10 миллионов зарегистрированных пользователей. Тернер назвал этот шаг революцией в мире порно. Вместо того, чтобы раскошеливаться на контент, как это бывает на других сайтах, Тубэ8 будет платить посетителям за потребление нашего бесплатного контента, считает он. Ранее в августе стало известно, что рэпер Канье Уэст получил пожизненную подписку на Pornhub после признания в шоу Джимми Киммела о посещении порносайта. Исполнитель признался, что предпочитает межрасовое порно, вызвав аплодисменты в студии.